Гердочка ходит. Ходит Гердочка, да, Герда? Вот она я. Сегодня Шилку поздравляем с днем рождения. Ей 8 лет исполнилось. Норди и Шайну поздравляем. Им по 3 года. Всем здоровья и счастья, да, Гердочка? Гердочка. Гердуля. Красавица ты наша. Красавица. А, Герда? Выглядываешь? Ты еще не кушала? Выглядываешь? Ну, сейчас покормят. Сейчас жаловались. Ходили. Путеводителя нет. Скажи, я ваш путеводитель, да, Герда? Я вам все расскажу. Ну вот она ходит. Пойду-ка я попроведаю. Только пришла, все звери спят, никого нет. Аккумулятор я дома оставила, поэтому вот один аккумулятор здесь, телефон есть, вот и все, что я сниму сегодня. Анекдот. Такого еще не было, чтобы я забыла. Герда кушает. Кая не видно, видно, в будке кушает. Лапки вытирает уже, облизывает, покушал. Ну, Кая на решетке рыбы лежит, то ли он забросил мента, то ли ему кто бросал. Вообще дурдом. Это не сделать ничего, батарейки нет. В общем, дурдом. Вот Гердочка лапки свои облизывает. Сейчас сниму немножко. И Кая немножко сниму, и все. Пошла я домой. Павильоны закрыты, холодно. Зря я пришла сегодня. Только на Герду посмотреть. Все. Да, Гердочка? Герда? Гердочка? Так, давай мне пожрать что-нибудь. Наелась, красавица. Снег. Морда лезет. Здесь лучше видно, как на морду лезет. Гердочка, Герда. Ну как же мне фото-то теперь сделать? Сейчас погрею эту батарейку. Может, там получится фото. Ну и все. Уже всем привет от Герды. Ой, здесь скользко. Ой. Неудобно снимать на телефон. Ну. Гердочка спать пойдет сейчас. Это что? Вот так. Улеглась. Ой, холодно здесь. Улеглась. Ближе.